нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. И слышны здесь молитвы и дружное пение. Еще падая, люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся. В этом доме поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще память о Господе хлеб преломляется, погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смысл Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголом живых. Здесь далекое прошлое с тайной читается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. Все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Есть так много еще утешения и радости и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостно благодарна. Еще Богу поднять не стыдя.